Залужний поставив ультиматум Зеленському. Або припиняєш цей бардак, або я відкриваю всі карти. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, підписуйтесь обов'язково на наш канал, переможемо разом! Слава Україні! Послухайте, що він сказав мовою оригіналу. Привет, вот это новости. Потерянный Путин наконец-то вернулся в Москву. Судя по всему, он начал избегать российскую столицу, и этому есть причины. Значит, он в своем бункере провел совещание по поводу будущего приграничных регионов. Даже вспомнил о том, что в России есть Курская область. Ну, уже не полностью, но тем не менее. И что он сказал? Что... Это проблема силовых структур. И да, Путин отказался считать себя ответственным за безопасность в Курской области. Но вопрос в том, что оказывается этот дедушка с признаками сумасшествия, он делает вид, что он ни при чем. Однако даже отвечая на мои вопросы на этих больших пресс-конференциях, он как-то сказал, что я как верховный главнокомандующий несу ответственность. Тогда ему казалось, что он такой умный, смелый и везде он победит, потому что он не достиг. Тогда он говорил так. А теперь немножечко по-другому. Значит, Путин вернулся в российскую столицу, и это не помогло. Все горит и плавится. Ну, мы сегодня уже говорили о том, что э, Россия лишилась э, военного аэродрома Мариновка детонируют снаряды кстати до сих пор детонируют дымищем все как мы любим уточняем пока сколько было уничтожено самолетов на взлетной полосе но такое впечатление что по сегодняшнему дню это уже не новость а старость понимаете потому что произошло кое что такое что да восхитило всех потому что мы Уничтожили, внимание, в грубой форме второй железнодорожный паром, который обеспечивает перевозку в первую очередь грузов железнодорожными вагонами и железнодорожными цистернами, соответственно, из, полта, из, из порта Кавказ в оккупированную Керч. И то, что случилось, имеет колоссальные последствия для будущего оккупированного Крыма. И внимание российских военнослужащих, которые там находятся, могу сказать сразу. Путин прокомментировал это событие. Было это сделано оперативно. Ну, нравится, не нравится, терпи, моя красавица. Надо исполнять. По другому не получится. Заметьте, что Владимир Путин перед вторжением большой войной выглядел значительно моложе и свежей, но многое изменилось. Он в таком вот кризисе, все те, кто работают в администрации президента Российской Федерации, передают ну, общее настроение, что настроение того, ниже плинтуса, Путин черный ходит. Что-то подобное с ним было, когда российская армия была выбита огнем и ракетными ударами с правой части Днепра и оставила Херсон. Мы тогда помним, что они делали. Они писали на табличках «Россия здесь навсегда», а когда бежали, захватили детский паровозик. Так вот, уничтожение этого парома, а он уничтожен и не подлежит ремонту, это колоссальное, колоссальное военное достижение сил обороны украины ну во первых я просто кто не знает напомню что у них э, железнодорожных вагон э, паромов два было и э, тут время оно принципиально но имеется в виду прошлое потому что у них был э, паром авангард мы его поразили некоторое время назад и он в некотором роде э, подлежит ремонту и сейчас этим занимаются уже длительное время. А вот Коннора Трейдер, но ну это просто бимба, его утопили в грубой форме. И тут есть несколько новостей. Почему я вам показываю это на телефоне? Да, потому что YouTube горящие кадры как-то болезненно воспринимает, а нам главное передать информацию и эмоцию. Во-первых, давайте-ка посмотрим на этот паром, который действительно был загружен полностью железнодорожными цистернами. И тут есть две новости. Значит, одна хорошая другая плохая. Начнем с плохой. Этот паром утонул. Хорошая пожар на пароме прекратился. А это же гигантское судно. Вот только посмотрите, там десятки железнодорожных цистерн. И все это взлетело на воздух. Хотя нет, оно утонуло. Опять, опять утонуло. Да, этот паром уже в истории, его больше нет, потому что, как мы уже выяснили, он утонул. Но груз интересный, правда? Значит, в одной цистерне сколько? 60-65 тонн топлива, и тут, соответственно, десятки таких вагонов. Не просто так он так бахнул. Вопрос в следующем, вопрос в последствиях. Что-то мне подсказывает, что кто-то очень умный и коварный думает вперед. И теперь, если железнодорожного сообщения паромного с оккупированным Крымом нет, то где это сообщение есть? Крымский мост, и по земле по оккупированной части Донецкой Запорожской и Херсонской области не знаю, может быть это какой-то общий план или это совпадение, но вообще-то... Если мы, а как пишут, туда прилетела ракета Нептун, сделали это таким циничным образом, то у Путина проблемы. Если сейчас не шарахнуть куда-то далеко по России, то курская авантюра так и останется, пишут они, авантюрой. Порт Кавказ еще недавно считался глубоким российским тылом, но теперь очень и очень многое изменилось. Опять прилетело, как информируют нас местные, почему у Путина большие проблемы. Дело в том, что в этот район, соответственно, переправы Керченского, пока еще не демонтированного моста, российские военные стянули самые мощные, самые современные российские комплексы ПВО. И что у них? У них пропущенный. И это, и это поражает, поражает воображение, чем это закончится далее для российских нацистов. Они уже вот в таком вот шоке, они выдают вот эти вот странные слова, что власть их каким-то образом кинула, обманула, и она теряет доверие. В, том, в первую очередь российской элиты за этого патриотического вот этого пирога, который почему-то думал, что если они нападут, то они будут идти только вперед по Украине как солдаты группы Центр. Они не думали, что будет прилетать им. И вот эта вот потеря, потеря ориентиров, потеря уверенности она распространяется все больше и больше а, там в москве как говорила маргарита симонян по московским а, гостиным и самой маргариты симонян в последнее время тоже не видно что то как то странно но а, они как то очень странно топаем на российской пропаганды а, прикусили языки их почему то нет может быть, они что-то чувствуют. Я иногда думаю, может быть, апте Аронович Алаудинов прав, когда сказал в интервью китайскому корреспонденту Лу, что СВО закончится через 2-3 месяца. Что он имел в виду? А при каких обстоятельствах война может закончиться? В случае, если там в Москве удавят деда. Потому что пока складывается ощущение, что м, Евгений Пригожин был прав. Перед тем, как отправиться в ад, где его сейчас жарят м, черти и м, кобзон, он сказал важную фразу. Цитирую. «Счастливый дедушка думает, что ему хорошо». Но что делать в стране, если вдруг окажется, что дедушка законченный мудак? И это сказано о Великом Пу, не о ком-то другом. Что случилось? Почему все это происходит? Ответ очевиден. Это все происходит из-за него, и из-за Владимира Путина лично, и не только. И население страны, которое с таким воодушевлением поддержало вторжение. Кто кричал, Крым наш, тот теперь будет кричать, что а паромная переправа тоже, переправа тоже ваш. Но там, как говорится, есть некоторые изменения на земле. Тут гауляйтеры Крыма почему-то сразу начали распространять такие странные сообщения, что Крым и Севастополь полностью обеспечены бензином и дизельным топливом поставки топлива на полуостров диверсифицированы, и проблем с любым видом топлива в Крыму из-за удара украинской армии не грозит. Но можно ли верить этим людям? Ведь в это же время в Ростовской области уже пятый день горит нефтебаза, крупнейшая в, этом, в этой части России, пролетарская. Взорвалось какое-то безумное количество этих цистерн, и почему-то а пишут такое страшное, что по чуть-чуть еще немного а огонь дойдет до цистерн с керосином, а они бахнут сильнее и ярче, чем это произошло с цистернами с дизелем. Не знаю, но такое ощущение, что топливо для российских танков и внимание для российских самолетов станет немножко немножко меньше. А потом, а потом все равно возникнет вопрос: а нас за что? Неужели дедушка нас обманул? Он нам обещал поход до Лиссабона, а оказывается все заканчивается на российской территории, откуда, собственно говоря, и пришла война. Я вот смотрю, как визжит вот эта вот а, Z, общественность, суперпатриоты. Угу. А, вот тут некто поздняков пишет а у нас хоть будет какая то ответка кроме стрельбы адама в тире вы понимаете о чем он пишет он пишет о том что царь облажался что он не может принять каких либо решений вот сейчас они все скачут тут вот я не знаю медведев снова собрался на трезвый или наоборот снова наступать на киев а война поворачиваются вглубь России, а они все мечтают о каких-то глобальных стратегических и очень ценных а, победах. А, и вот этот вот Поздняков, он же а, сам характеризует россиян. Он говорит, что терпилы. Но чтобы а, перестать быть терпилами, я подсказываю, надо не Украину бомбить, надо а, дедушку немножечко как-то взбодрить, но не знаю, мое предложение понятное. Берем его и вынимаем из Кремля. В бункер его заливаете бетоном и а, ставите табличку, а не открывать ближайших а, несколько лет. Ну, а потом, а потом будет видно. Потому что критики в адрес высшего российского руководства становятся все больше и больше. И Путина чехвостят за его терки с Кадыровым. Он же Кадырову едет не для того, чтобы солдат попросить отправить их на войну в Украину. Нет. Им нужны опричники, чтобы держать власть в Москве. А если ему они вдруг появились, то значит слишком много желающих разобраться с дедушкой, который, как выяснилось, является просто законченным мудаком. Вот кто-то думает, что вот эти вот все сообщения, они ни на что не влияют. Может быть, население там в таком дурмане ходит, и они могут и дальше поддерживать войну. Такое дело. Россия такая страна, рабсия, да, где население никогда не принимало участие в формировании власти. Там другие процессы для этого настроены. Но все же просто как-то, ну, я бы даже не сказал, что стебут а, руководство России. Вроде как нужно требовать голову начальника генштаба Герасимова. Но такое ощущение, что этого... Уже будет мало. Ну, правда. Значит, почему не, были созданы, не был создан военный округ? Специальный военный округ в пределах хотя бы трех областей Белгородская, Курская и Брянская, чтобы наладить там систему управления. Единую систему управления, которой сегодня нет. Я вот уже такое сравнение привел в одном из своих постов в Телеграме, что такое ощущение, это вот числа там 7-8 августа было, когда значит, вольер, где куриц, курицы там проживают, да, ворвалась леса. Ну, это высово условно. Вот и курицы по этому вольеру бегают, куда то махают крылышками, да, но леса их пожирает потихонечку, потому что ну, курицы не способны в силу своего микроскопического мозга дать отпор коллективно, да, этой самой лесе. Такое вот ощущение было. То есть нет системы управления единой. Ну, вот масса вопросов таких по отношению как бы, к российскому руководству. Я сегодня уже делал видео о том, что масса народа начали рассказывать о том, что нет системы управления, что провал управления на самом высоком уровне. Генштаб, соответственно, Кремль. Кто-то в отпуске, кто-то просто одурел. Но вот эта вот тема, да, что охотники в данном случае, это мы, это Украина. И да, этим курам-петушкам... Надо того. Но ну, что-то с этим нужно делать. А россияне, если и будут, будут дальше делать вид, что они не интересуются политикой, получат вот такое вот продолжение. Ведь дед сам не успокоится. Как он говорил, до последнего украинца война. И одна волна мобилизации была. Новая волна мобилизации впереди. А что еще? силы, которые, ну, они есть, да, в виде этих срочников. Может быть, есть необходимость и пора уже собрать всех срочников э, с тех более-менее спокойных участков нашей границы великой страны для того, чтобы создать полноценные полки и дивизии из них. Мы срочниками воевали в Афганистане, э, на Кавказе, и это бравые ребята, готовые защищать свою родину. Паром Железнодорожный Конра Трейдер отправился на встречу с крейсером ракетным Москва. И на эту встречу они вот теперь вот готовят 18-летних. Быстренько все бегут на войну. А ведь смотрите, как изменилась тональность в Раша-ТВ. Смотрите, что поют. Эти сестры Скобеевы. Есть ли э, вероятность того, что вооруженные силы Украины попытаются прорваться и в Брянское приграничье, имея в виду, что изо дня в день они сообщают, что готовят новый сюрприз, а информация про Брянщину уже поступала? Вы знаете, сейчас прогнозировать точно, где будет нанесен еще один удар со стороны ВСУ, наверное, невозможно. Но действительно, наша разведка докладывает о том, что силы там накапливаются. Как вам такая постановка вопроса, что невозможно определить, откуда готовится нападение? Перед 24 февраля они нам рассказывали, второго года, что мы обязательно нападем на Крым, на оккупированную часть Донбасса, на Рашу и на Белорашу. И начали полномасштабную войну против нас. Ну а теперь получи фашист-гранату. Друзья, подписывайтесь на мой YouTube-канал. Поддерживаем Збройные Силы Украины. И да, мы, внимание, знаем, что Украина была, есть и будет. Даже эти товарищи начали проговаривать, где будет нанесен удар Украиной. Это значит, что... они Аніта зазнає. Коротше, здавайтесь. Тапіт Путина. Можно даже в акваторії Порта Кавказ. До побачення! Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, підписуйтесь обов'язково на наш канал, переможемо разом! Слава Україні!